Привет! Сегодня мы изучаем множество. Множество – это такая математическая структура, которая позволяет хранить в себе уникальные элементы. Но обычно их изображают в виде пересекающихся кружочков. Давайте сделаем множество на C++. Значит, include set. Set по-английски множество. Включили библиотеку для работы с ними. Теперь создаем конкретное множество. Set, int, ну и какое-нибудь название. Так же, как в векторе, мы пишем сначала название типа данных, множество, потом из чего оно будет состоять, из целых чисел, и название. Сразу посмотрим на примере довольно сложной задачи. Пусть у нас есть n запросов, каждый из которых бывает одного из трех типов. Первое – это добавить элемент множества, второй – проверить, есть ли такой элемент множества или нет, и третий – удалить элемент из множества. Сначала считаем число n, сколько у нас будет запросов. Ну а потом будем обрабатывать каждый из них отдельно. Нам понадобится две переменных. Тип запроса, 1, 2 или 3, и число, с которым этот запрос выполняется. Считываем их и проверяем. Если тип 1, я сразу подпишу комментарий, чтобы мы не запутались, это добавить элемент. Добавление делается очень просто. Пишем имя нашего множества, точка и метод insert. Добавить. И что добавить? Число x. Иначе, если тип 2, это проверка. Как проверить, есть ли в множестве элемент? Так же, как и в строках, там есть метод find. Если в строке он возвращал позицию, начиная с которой начинается подстрока, или минус 1, если там это не нашлось, то в множестве все немножко по-другому. Если элемент не нашелся в множестве, то у нас вернется указатель на end, на конец множества. То есть вот такая конструкция, если sFindX равно sEnd, означает, что элемент не нашелся. Ну и печатаем, что его там нет. Иначе элемент нашелся. О чем мы и сообщаем. И, наконец, последний случай, когда тип равен 3, но мы можем это не писать, это удалить элемент из множества. Удаление элемента делается тоже довольно просто. Метод erase. Удалить, стереть. Все. Вроде бы все должно работать, проверим. Пусть у нас есть 5 запросов. Сначала положим множество единичку. Проверим, она там есть? Есть. Может, там есть двойка? Нет, двойки нет. Теперь удалим единичку. И проверим, есть ли она там. Нету. Все, работать с отдельными элементами мы научились. Теперь научимся выводить все элементы, которые содержатся в множестве. Для этого есть 2 способа. Ну, вот. Мы немножко упростим, оставим только добавление элементов. То есть теперь у нас никаких типов нету, а только число считываем, которое нужно добавить. Вывести все элементы множества можно с помощью нашего любимого for с auto. То есть мы можем написать такую конструкцию. For auto now, двоеточие. Имя нашего множества, и у нас будут перебираться все элементы. Так что мы просто их печатаем и разделяем пробелами. Пусть у нас есть 5 элементов, ну и они как-то там расположены. Отлично, оно напечатало нам все содержимое множества, причем в возрастающем порядке. Это связано с тем, что внутри множества представляет из себя сложную структуру данных, которая называется красно-черное дерево. Мы пока не будем вникать в ее внутреннее устройство, а будем пользоваться. Есть еще один способ вывести все или даже не все элементы множества. Сейчас я покажу, как это делается. Опять же, это делается с помощью for, но теперь у нас now будет не очередной элемент, а указатель на очередной элемент. Первым делом мы пишем, с чего мы начинаем. С begin, с начала множества. Это самый маленький элемент. Идем до тех пор, пока наш указатель не стал равен концу множества. Это end.
И на каждом шаге можем делать плюс-плюс, увеличение на единичку, но в нашем случае это переход к следующему элементу множества. Поскольку now показывает на элемент множества, а не содержит значение, нам нужно воспользоваться волшебной операцией звездочка, которая превращает указатель в его содержимое, то есть в то, что содержится по этому адресу. Проверим, что ничего не сломалось. Да, все по-прежнему работает. Смотрите, раз оно выводит элемент по возрастанию, то значит эту штуку можно использовать для сортировки элементов. То, что мы писали на одном из предыдущих занятий, там много строк и работало, вообще говоря, медленно. Проверим, а правда ли это? Пока похоже. А теперь не похоже. Почему? Это связано с самой логикой множества. В множестве хранятся уникальные элементы. Если мы туда два раза пытаемся добавить единичку, там по-прежнему остается одна единичка. Ну, это как если вы собираете какую-то коллекцию, если вы нашли что-то, что у вас уже есть, то, в общем, коллекция ценность не добавляет. Может, обменяете на что-то. Но заставить множество сортировать по-настоящему можно. Для этого есть структура, которая называется мультисет. Мультисет позволяет хранить себе одинаковые элементы. Проверим, что это так. Да, мультисет действительно хранит одинаковый элемент. С помощью обычного сета можно решить еще одну прикольную задачку, которая, собственно, следует за определением множества. Это посчитать количество различных элементов. Делать это очень просто. Вернем сет, как было, и будем выводить количество элементов. Но это можно было бы сделать, например, прибавляя к счетчику единицу каждый раз вместо вывода. Но есть более простой способ, потому что у множества есть метод size, который, собственно, говорит, сколько в нем элементов. Пусть мы вводим 5 каких-то чисел, некоторые из них повторяются. Вот получилось, что у нас 3 различных элемента. Все просто и понятно. Сейчас я покажу еще одну штуку, которая умеет делать множество. Как я говорил, там внутри красно-черное дерево. Оно позволяет переходить к следующему по величине элементу. А с помощью этого мы можем сделать вообще очень классные вещи. Например, посчитать, сколько раз у нас встречается какое-то число в множестве. Как мы это будем делать? Ну, считывание остается тоже. И, допустим, мы хотим посчитать, сколько раз у нас встретилась единица. Сделаем переменную, которая будет хранить количество вхождений единиц. А потом создаем указатель, который будет показывать не на begin, а на штуку, которая называется lower bound. Lower bound возвращает указатель на первый элемент больше либо равный переданному туда параметру. В нашем случае единички. Идти мы будем до тех пор, пока наш указатель не станет равен upper bound. Upper bound – это первое строго большее число. Указатель на первое строго большее число. И на каждом шаге будем переходить к следующему. Увеличиваем счетчик на единицу и после цикла выводим его. Попробуем. Итак, в нашем сете 3 единички. И действительно, оно правильно посчитало. В C++ есть еще одна структура, похожая на множество, которая называется словарь. Словарем она называется, потому что ставит соответствие ключу значения. Ну, например, в словаре иностранных слов мы берем слово на русском, и есть один или несколько переводов на другой язык. Чтобы сделать словарь, нужно подключить библиотеку map, и называется он тоже map, как карта. Например, у нас map будет ставить соответствие числу строку. Ну, пусть нам звонит кто-то, определяется его номер, а мы хотим вывести на экран, что это за человек, как он у нас записан. Добавлять элементы в map очень просто. Мы пишем имя нашего мапа и в квадратных скобочках ключ, по которому мы хотим добавить. Ну, например, если нам звонят по номеру 112, то мы запишем, что это SOS. Да? Вряд ли нам будут звонить по этому номеру, но мало ли что. Когда мы хотим проверить, есть ли такой ключ, то делаем это точно так же, как
в сете, если имя нашего мапа find ключ не равно концу нашего мапа. Выведем yes, нашлось. Ну и проверим, действительно ли оно нашлось. Должно найтись. Да, нашлось. Если мы хотим обратиться к элементу, то делаем это так же, как, например, в векторе. Только в квадратных скобочках пишем ключ, который нам нужен. Он может быть не только число, может быть строкой. Ну и предварительно должен быть как-то создан. Посмотрим, как пройтись по всем элементам словаря. Это почти так же, как в множествах, но немножко отличается. Добавим, да, для интереса что-нибудь еще. Например, номер скорой помощи. Вдруг понадобится. И пройдемся. Ну, сделать это можно также двумя способами. Попробуем более короткий. В чем отличие? Если в множестве у нас просто поочередно подставляются элементы, то здесь будут подставляться пары, состоящие из ключа и значения. Во-первых, не забудем подключить библиотеку для работы со строками. И попробуем научиться выводить пару. Вообще это довольно просто. Пишем имя нашей пары, точка, и у нее есть два поля, first и second. Никаких скобочек здесь писать не нужно. Просто пишем now.first или now.second. Ну и будем вводить перевод строки, чтобы у нас все было красивенько. Вот, мы увидели странную проблему. Это очень классная ошибка, у вас такая тоже может возникнуть. Я вместо равно написал равно-равно. Программа работает, но делает абсолютно не то, чего мы хотим. Исправим, посмотрим. Да, теперь все хорошо. Как вы видите, ключи упорядочены по возрастанию, потому что суть там такая же, как и в множестве. Только каждому ключу еще дополнительно сопоставлено значение. С помощью словаря можно хранить не только пару ключ значения, но и одному ключу сопоставлять несколько значений. Например, в словаре иностранных слов для русского слова может быть несколько вариантов перевода. Или в телефонной книжке для одного человека может быть записано несколько номеров. Чтобы сделать это, нам понадобится вектор значений. Подключим библиотеку. Ну и создадим map, например, для телефонной книжки, где у нас есть имя и вектор из телефонных номеров. Ну, пусть они тоже задаются строкой. Давайте положим туда что-нибудь. Значение вектор можно записывать в фигурных скобочках, если мы его инициализируем. Ну и какие-нибудь у Васи нашего есть какие-то два номера. Пробежаться по всем элементам довольно легко. Мы перебираем все элементы вектора, где хранятся телефонные номера конкретного Васи. Сейчас now будет поочередно принимать значения телефонных номеров. Ну, будем их печатать. Ну, и что-нибудь разделять. Да, вот они напечатались. Таким образом, если вам нужно будет в какой-нибудь из задач сохранить для ключа несколько значений, то вы делаете вектор и все их туда добавляете. Обычными способами, пушбеком, или делаете сразу вектор определенного размера. Все то же самое. Обращаться к нему нужно будет по ключу. Опять же, похоже на вектор, мы пишем ключ в квадратных скобках. Но ключом может выступать уже не только число, а, например, строка, как это сделано у нас. На этом на сегодня все. На следующем занятии мы посмотрим еще всякие прикольные штучки, которые облегчат нашу жизнь. Пока!